Мы сегодня пришли на шашки, к сожалению, мест не хватает всем. Здесь спортсмены делают свои первые шаги в большом спорте. Я выигрываю студентов, и также я являюсь призером городских турниров. Сколько именно, не скажу. Это уникальный клуб интеллектуальных видов спорта Южно-Федерального университета. Студенты – это спортсмены, которые занимаются шахматами и шашками. Потому что весело и интеллектуально, и интересно. Здесь студенты играют в шашки и шахматы, делают свои первые шаги на соревнования на городских, областных, российских и мировых. Начала играть я примерно полтора года назад. До этого играла с родственниками, но чтобы прям заниматься, это именно в Академии ЮФУ. Мне нравится сам процесс игры. Следить, как человек реагирует, особенно когда делает ошибку, это тоже очень весело бывает. Ты смотришь на человека и видишь его эмоции, как он напрягается, думает, это тоже отдельно интересно. Я в клуб хожу уже 2 года. Ну, когда поступил в Южный федеральный университет, я начал играть шашки. Шашки для меня очень интересная игра. Я хочу выиграть в городском турнире, область России и дальше международном турнире. Мы приглашаем всех в наш уникальный клуб Южного федерального университета, клуб интеллектуальных видов спорта.